Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch. Канал только о смарт-часах. В описании видео есть ссылочки на телеграм-канал, новостной, а также чат, где вы сможете задать интересные или интересующие вас вопросы и оперативно получить на них ответ. А также есть там всякие группы приватные со всякими штучками интересными. Так, короче, проходите, подписывайтесь. Ну, а мы к видосику-то. Samsung, прям не знаю, ну... Какой-то прям новогодний подарок устроили для владельцев Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3, которые работают на Tizen OS. Как известно, с прошлого года Tizen OS вообще, в принципе, ушла в небытие. В каком смысле? В смысле ее усовершенствования, ну и в смысле магазина Galaxy Store, где тоже уже ничего нового нет, только старенькое все. Ну а тут вдруг они решили, короче, порадовать и сделать обновление для наших часиков. Кстати, хочу сказать, что Galaxy Watch Active 2, на мой взгляд, самые удачные вообще часы Galaxy. Прям самые удачные. Я помню, когда я их купил, блин, классика вообще. Крутые просто часики. Вот прям реально крутые во всех отношениях. То, что делают сейчас вот эти квадратные там, вот четвертые, пятые, там, шестые, не очень. А вот эти вот закругленные такие, прям такие аккуратненькие, мне кажется, выглядит намного клевее. Ну ладно, мы к теме. Короче, обновуха пришла, так что проверяйте, в России даже уже есть. Заходим в настройки часов, что мы, обновление ПО, и смотрим. Вот, пожалуйста, загрузочка. Так, что у нас здесь появилось? Во-первых, поддерживается два типа новых циферблатов, это растянутое время и вечность. Посмотрим, потом стабильность и надежность улучшена. Стабильность датчиков и поведение устройства. Ну, как бы тоже неплохо, в принципе. Ну, вообще очень маленький размер прошивки, всего 16,72 мегабайта. Ну, давайте загрузим, да и посмотрим, что ж там новенького. Вот такой один должен быть у нас сейчас циферблатик. И второй. А вот такой. Бац. Посмотрим. Так, ну идем, значит, циферблатики. Так, и вот, пожалуйста, растянутость времени и вечность. Ну давайте посмотрим, как они будут работать на данных часиках. Нажали. Так, ну единственное, что здесь у нас... Нету такого, как там. Цифры не сжимаются или просто сожмутся, но чуть позже. Сейчас посмотрим. Вроде как нет. Хоп. Нет. Ага, цвет меняет. По тапу на них. Здесь у нас измерение пульса, конечно же. Сейчас посмотрим, как это проявится. Так, ну здесь индикатор уведомлений, включить-выключить, потом текущие значки, внизу, сверху, снизу. Это вот об этом речь или об этом. Так, ну, с телефона, мы с вами это уже видели, да, меняется. Так, ну и все, из того, что здесь есть, теперь следующий. Не просто посмотреть, интересно. Так, ну, как видите, циферблаты эти есть, но они без визуализации эффектов, как, допустим, это реализовано Galaxy Watch 4, 5 и 6. Ну, все равно, на мой взгляд, ребят, большое спасибо Samsung, респект. Хоть как-то вы можете порадовать людей, которые еще не собираются переходить на новые часы, остаются верны старым своим девайсам. Вот так. Ну, а остальное, что там быстро, медленно, как бы это мы сейчас не узнаем в процессе. Хочу сказать, что, в принципе, Tizen работает неплохо в плане всего, что здесь есть. Так, вызываем приложухи. Поехали. Все плавненько, как бы нормально. Ну, судить рано. Но вот этот циферблатик вечность достаточно интересный. Видите, луна, все есть. Давайте посмотрим, что у нас в настройках тут интересно. Ну, в принципе, то же самое. Но даже не меняется фон. Вот здесь телефоны меняются. А так нет. Короче, вот так. Ну, не забывайте, подписывайтесь. Новостишки-то все у меня.
Пока.